Получается, а ты же, круче Промеса. Ну подожди, ладно, я скромничаю, но чемпион Европы. Да не, ребят, честно, никто не размят. Я просто решил два спокойника в угол, третий рискнул, попал в крестовину, хотел в девятку попасть. Он так обиделся, типа, ты такие, ребят, давай обнимемся, я посмотрел, он так, ну, да. Кто? Промес. Да нет, ты что, отлично с ним общаешься. Антоша наш, хорошо, да, что драки не было. Покажи эту штуку. Это первый победитель просто вот этого челленджа. А он называется «Пушка». Что это такое? Золото? Да повезло, я заключительный выступал. Чуть посмотрел, что надо делать, как. И так, на самом деле, «Пушка» очень странно кидает мячи, он так виляет, очень тяжело было принять. Я за Решфорда болею, думаю, Решфорд бы справился. У него даже, я помню, был такое тоже соревнование, там, по-моему, Криш участвовал, Решфорд. Вот наподобие прям этого в интернете можно найти на Ютубе.